Значит, вчера вот этот вот парень, Станислав Белковский, который написал эту книжку, которую я случайно нашел у себя в библиотеке, заявил о том, что российский президент имеет отношение к взрывам и террористическим актам в Париже и, собственно говоря, взрывам чуть ли не собственного самолета. Вот после этого вот такие вот книжки в руках как-то даже очень плохо держатся, потому что это натуральные уроды. Даже вот в этой черной какой-то метке оппозиции он даже в содержании названия глав. Русская панк-церковь Московского патриархата, вместо Библии золотой теленок и так далее, и так далее. Ксения Собчак как преемник Путина. И вот, вот этими штуками, да, вот этими авторами завалены все магазины России, книжные магазины. Дай-ка эту дрянь сюда, чтобы ты больше не мучился. Мы тут сжигаем очередную порцию всякого дерьма, заодно и это спалим. Чтоб я не читал. Чтоб ты не читал и никуда больше. Чтоб не только я не читал, чтоб не читал никто. Вот эта дрянь.